Jasyano Ragalalita Smita Balgu Mantra Lilavaloka Parirambhana Rasa Goshtam Nitahas Mana Kshanamibo Khanada Binatam Gopaho Katham Nu Atitarim Tamo Durantam Jasyano Ragalalita Smita Balgu Mantra Lilavaloka parirambhano rasa goshtham Nitahas mana chanamibo khanada vinatvam Gopaho katham nu atitarimatamo durantam Gauriya Goshtivati, Sisila Bhakti Siddhanta Sarasvati Госвами Такур Прабхупад, Джагадгуру, сказал: в Гаудия Патрике, 26-м издании 15-го года, в этом материальном мире мы должны с полным энтузиазмом проповедовать совершенное учение Шри Рупы Госвами Пада. С полным ачараном. Гаудия Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Джагадгуру сказал: в этом материальном мире мы должны проповедовать с полным энтузиазмом учение Шри Рупы Госвами Пада. Но с полным ачараном. Все вы должны отправляться проповедовать, являя совершенный пример своим поведением, и только тогда вы достигнете абсолютного блага. Гауранга Махапрабху хотел проповедовать все это. В материальном мире то есть у нас нет желания соревноваться, соперничать с кармавир, дармавир, с теми, кто следует пути кармы и дармы. У нас нет желания соперничать с ними. Прабхупад говорит: вы можете проповедовать абсолютное учение об абсолюте Рупа Госвами Пада, и тогда вы, если вы будете являть это на собственном примере, вы достигнете абсолютного блага, но при этом вы не должны обладать желанием соперничать с теми, кто следует пути кармы и дармы и так далее. Не должны желать достигнуть, занять какое-то положение, получить почет в свой адрес. Потому что идеализм, установленный теми, кто следует по пути кармы, дармы и так далее, вы можете всех собрать, всех тысяч и тысяч последователей этих путей, собрать их вместе, и все равно это они не привлекут меня, потому что одно единственное желание лишь в моем сердце — стать пылинкой на лотосных стопах Шрилы Рупы Госвами Пада. Жизнь за жизнью я хочу быть пылинкой на лотосных стопах Шрилы Рупы Госвами Пада. Кроме уникального желания, кроме этого уникального желания не должно быть в сердце никаких других желаний. Такова молитва Джагадгуру Шрилы Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупады. Шлока, с которой я начал, очень душещипательно. Нитахасма, но
Чанамиво канада винатвам гоппо катам ну атитарем таму дурантам. Очень насущно. Because all those gopikas, they are love. Гопи. Anyhow, any amount of example, any amount of evidence I like to represent in front of you. Любые примеры, любые. It's not your mistake. Life after life, we are leading this kind of material life. То есть жизнь за жизнью мы проживаем живем в материальном мире. И сейчас у нас появилась возможность слышать о трансцендентном мире. Мы получили сокровенное знание. Тем не менее, мы не принимаем это чистым образом. То есть осквернение присутствует в нашем сердце. Поэтому у нас... Поэтому мы не можем обрести вдохновение к этим чистым, совершенным вещам. В Чайтанья Чаритамрите сказано: в Чайтанья Чаритамрите написано, открыто сказано, что премойбо гопо раманам камо ити обидиете. We have no example, no direct. У нас нет понимания, нет примера живого опыта, что такое према. Мы знаем лишь, что такое према в материальном мире. Материальная према, материальная любовь. Поэтому мы не можем понять трансцендентную прему. Тем не менее, я пытаюсь осознать это. Я хочу поделиться этим с вами. Нет никакого давления, я не вынуждаю вас. Если вы достаточно удачливы, у вас проснется интерес к этому. Если неудачливы, не будет интереса, и вы будете жить как прежде. Цель наша — не искать выгоду. Кави Карнапур пишет, приняв саньясу, когда Махапрабху, переполненный Гопи Бхавы, Радхарани Бхавы, повсюду ходил. Гауранга Махапрабху говорит, я запрыгнул в океан нектарного океан, в океан нектара Кришна Сагар. И как, что будет со мной в будущем? Я абсолютно не забочусь об этом. Мне не интересно это. Я уже запрыгнул в океан нектара Кришна Сагар. И меня не заботит, что будет со мной в будущем. Кришна Баджан. Это такая вещь, что у вас не будет никакой потребности оглядываться назад, смотреть на свое здоровье, на то, как обстоят ваши дела. То есть нет никакой потребности в этом. И единственное, что вы будете испытывать желание продвигаться вперед. Если кто-то задумывается о результате, что произойдет, что случится со мной, если я это обрету, то это означает, что такой человек не хочет совершать Кришна-бхаджан. Гурупад Падма часто говорил, для того, чтобы понять, что такое Кришна-бхаджан, необходимо рождаться вновь и вновь. Если вы не понимаете, что такое Кришна-бхаджан, как служить Кришне, кто такой Кришна, как же, то есть, если вы не понимаете, кто такой Кришна, как вы можете служить? Единственное, что вы можете, это выучить шлоки и декламировать их перед публикой. Но где же прямые осознания гопи премы?
У нас есть полное описание жизни Гауранги Махапрабху, его деяния, все, что он совершал в течение своей жизни. Все это открыто нам, это знание, для того, чтобы мы понимали, как совершать Кришна-бхаджан. Какие чувства должны испытывать мужчины и женщины, которые по-настоящему совершают Кришна-бхаджан? Постоянные сомнения насылает майя. Если вы действительно хотите обрести крипу, милость рагануга преданных, если вы обретете эту милость, если вы хотите обрести эту милость, вы получите ее. Но мы не готовы ничего отдать за это. Мы должны отдать все. Не должны оставить ничего для себя. Не должно остаться ничего, чтобы мы могли назвать своим. Гопи страдают в разлуке с Кришной на протяжении всей своей жизни. Эта боль непостижима. Мы не можем... рассказывать никакую философию об этом, никакие лекции об этом. Они плачут. Брахма-ратри, ночь Брахмы, пронеслась для них как одно мгновение. С какой бы точки зрения вы ни взглянули на Расалилу, у вас не появится ни единой возможности рассматривать ее как материальную. То есть это абсолютный духовный взаимообмен, уникальная према. В действительности, ночь Брахмы — это не какая-то обычная ночь в соответствии с тем, что пишет Санатана Госвамипад в Вайшнава Тошине. В своем произведении он очень ясно говорит, в первой шлоке о Расалиле он объясняет. Ночь это была уникально, все было прекрасным образом устроено так, что это вселяло вдохновение в сердца гопи и Кришны. This Sarat Purnima is going to Jogamaya going to arrange in such a way by the desire Krishna that we cannot explain it beyond explanation. Йогамая устраивает все таким образом, что для нас невозможно это описать. What do you mean by Jogamaya Upasrita?
Йога-майя устраивает все так, что Кришна чувствует себя полностью свободным, так же, как и гопи, полностью погруженными в прему. То есть раса-лила полна, там полное изобилие према и бхавы. Кришна применяет все шакти йога майя. И благодаря этому раса-лила происходит. Санатана Госвами пишет: на полнолуние осенью Кришна чувствует, что сейчас подходящий момент начать эту лилу. Когда бы Кришна не приходил в материальный мир, он является нитья сидда лилы. Whenever going to Krishna going to start, this first starting is Sarat Purnima Rajani night. This Sarat Purnimasi night, Nitya Siddha Rasa Lila first appear. That's why Sarat Purnimasi, we have no conception about Brahmaratri, we are tiny soul. У нас нет четкого понимания, сколько длится ночь Брахмы. То есть мы считаем, что она длилась одну ночь, то есть как Раса Пурнима, но мы забываем о том, что это она длилась не одну ночь. В Бхагаватам сказано, When this Rasa Lila gone, they think within fraction of saying it, Rasa Lila gone. Когда, то есть гопи думают, что это Раса Лила длилась всего лишь мгновение. Они были настолько погружены в прему, что в любовный взаимообмен с Кришной, что они заметили, как быстро пролетела эта ночь. Так же, как в этом материальном мире. Если вы чем-то наслаждаетесь, какое-то наслаждение, которое... наслаждение высочайшего порядка. То есть очень быстро проходит время вашего наслаждения. Мы думаем, о, как быстро это кончилось. Как я, когда я ездил... Your enjoyment was in full form. That's why you have no conception of time. То есть, когда вы наслаждались, you have no conception about that. Вы забыли о времени. So, Sanatana Goswami speaking, actually, this поэтому вам кажется, что это прошло очень быстро. Итак, Санатана Госвами говорит, когда бы Кришна не сходил в облике различных аватар, он всегда являет нитья сидда лилу. And then, and only then, Sarat Purnima Rajani night,
Nitya Siddha Rasa Lila fast start. That's why we have no conception about how long the duration of that ras, we have no conception about it. But we observe this night. То есть у нас нет четкого понимания, нет концепции, сколько длится ночь Брахмы, но мы соблюдаем это как Пурниму, как ночь. Sanatana Goswami speaking as if all Ratri Adhishtati Devatagan, those are night, who is in charge of a night, Ratri Devata, night Ratri Devata, то есть тот, кто управляет ночью. То есть, наверное, много управителей ночного времени собрались вместе, и они обсуждали, как продлить ночь так, чтобы лучше служить Кришне. И таким образом эта ночь стала Махаратри. Все устраивает Йога Майя. Как я говорил, место, пространство, обстоятельства не могут быть сравнимы с материальным миром. То, что происходит в трансцендентном, не может быть сравнимо с тем, что происходит в материальном мире. То есть все в соответствии с желанием. Йога Майя устраивает все в соответствии с желанием Шри Кришны. И в соответствии с этим меняется время, место, обстоятельства. Они жаждут обрести взгляд Кришны, чтобы Кришна посмотрел на них. Гопи жаждут этого. Итак, гопи думают, что ночь прошла как мгновение, поэтому мы не удовлетворены этим. Кришна говорит им, вы должны вернуться домой, когда они только пришли к нему. Отправляйтесь домой. На самом деле у них нет никаких домов. Все это устроено Йога Майей. Тем не менее, ощущение этого присутствует так, чтобы их чувства достигали пика. Гопи не хотят возвращаться назад. That gopaha katham nu atitarem, how we can cross over this ocean of separation. Гопи говорят, как мы можем преодолеть этот океан разлуки, океан боли от разлуки. That is the thing. Как пересечь этот океан? Jodi hoy jog na hoy biyog, already I told. And if at all there is biyog, then they are going to die. Actually, it's very secret lila, because secret in the sense not dirty, secret in the sense that common people can never understand. Эта лила очень сокровенна. Не имеется в виду, что она грязна, поэтому не для общих глаз, но имеется в виду, что обычные люди не способны ее понять, поэтому она сокровенна. Большинство гопи оставляют свои тела. Оставили свои тела, наверное, в разлуке с Кришной, так же, как Радхарани, когда Кришна уехал в Матхуру. Она говорит, что я могу умереть в любой момент. О, Лалита и Вишакха,
если я умру, не сжигайте мое тело. Вы должны повесить его на это дерево Тамала. Так она порой говорит. Также она иногда говорит, я хочу служить Кришне Шьяма Сундаре даже после своей смерти. Даже после смерти я хочу служить Шьяма Сундаре. Если Кришна вернется, он примет омовение в этом озере. И воды, наверное, из... То есть мое тело, наверное, должно раствориться в этом озере. И тогда Кришна, то так она послужит Кришне. Кришна посмотрит в зеркало. То есть имеется в виду, что она готова. И с облаками тоже, наверное, я солист. То есть тело состоит из пяти элементов, и пять разных элементов, то есть элемент воды войдет в озеро, и другие элементы в различные составляющие Вриндавана. И когда Кришна придет, оно сможет послужить ему, мое тело сможет послужить ему. Таким образом, Радхарани не готова оставить служение Кришне даже после смерти. Насколько совершенно служение Шри Кришне, что гопи говорят подобное. Когда нам не здоровится, мы готовы забыть о своем служении и перестать служить. Но они говорят, что после смерти они хотят служить. Поэтому в Чайтанья Чаритамрите сказано. Их колоссальная любовь к Кришне внешне показана как кама, выглядит как кама. Но в действительности это совершенно не кама. Я не могу заставить вас почувствовать это, поэтому это вопрос, потому что это вопрос осознания. То есть према выглядит как кама. В Чайтанья Чаритамрите сказано. Бхактивинода Тхакур пишет. Что внешне према и кама выглядят одинаково. Но симптомы их, то есть лакшаны, если внимательно вы присмотритесь, вы поймете, что это разные понятия, это разные вещи. Према — это према, кама — это кама. И према ничто нельзя назвать, никакое чувство в этом мире нельзя назвать премой. В Чайтанья Чаритамрите сказано. Как вы можете узнать каму? Кама — это когда человек жаждет своего собственного удовлетворения. Только желание наслаждаться присутствует в этом. А когда есть одно лишь желание достать удовольствие Шри Кришне, это чувство зовется премой. Я читаю из Чайтанья Чаритамриты. Сарватья кури кари Кришна бхаджан
Кришна сух хету кори прем сева. Лука дарма, социал дарма, вед дарма, социальная дарма, телесная дарма, общественная дарма. Много-много разных дхарм существует. То, что связано с телом. Наука, как поддерживать свое тело. Правила и предписания, все, что было, все, что в действительности невозможно нарушить тем, кто рождены в традиционном. Обществе, то есть гопи бросают все, своих мужей, детей, забывая о всех правилах и предписаниях. Они оставляют все, не боясь того, что их будут критиковать. Они жаждут лишь доставить полное удовлетворение Шри Кришне, и это называется према-сева. Махапрабху говорит, что это есть настоящая анурага, сильная анурага, не такая анурага, которую невозможно сломать. Сильнейшая привязанность к Кришне. Как белая материя или белая одежда, на котором нет ни пятнышка, безукоризненная любовь. Любовь в гопи безукоризненна, но в материальном мире мы рассматриваем их чувства как каму, потому что у нас нет опыта этого. Только лишь под руководством Рупа Госвами, Санатана Госвами, под нашей Гуру Варги, мы можем понять, получить прямое осознание этого. Они могут... Только Кришна и гопи испытывают это. Но третий человек, никто третий не может. Поэтому в читании Чаритамрите сказано: бесконечная разница существует между камой и премой. Кама — это темнота. А према сравнивается с солнцем. Кама — это темнейшая часть человеческой жизни. Грязная кама, наша грязная кама — это темнейшая сторона человеческой жизни. То, ради чего мы бросаем наше служение, то, зачем мы бегаем. А према сравнивается с солнцем, с безупречно чистым солнцем. И в конце концов Махапрабху заключает. Поэтому в сердцах гопи нет даже запаха камы. Даже следа камы нет в сердцах гопи. Только для того, чтобы доставить полное удовлетворение Шри Кришне, все, что они делают, все это, имеется в виду, все, что они делают для того, чтобы
доставить полное удовлетворение Шри Кришне. И следующая шлока также доказывает это. Махапрабху приводит пример. Когда гопи думают, куда же ушел Кришна с Расалилы, они начинают переживать о нем. Возможно, у Кришны какие-то проблемы. Во Вриндаване острые камни на земле повсюду, колючки на земле. Возможно, ему больно идти по дороге. Возможно, ему сейчас больно. И во Вриндаване нет настоящей боли. В материальном мире, если герой и героиня любят друг друга, между ними возникает страсть. Если герой опаздывает на 2 часа, естественно, что героиня начинает плакать. Она начинает переживать за него, может быть, возможно, у него какие-то проблемы, что-то случилось. Она все время думает о чем-то негативном, что с ним что-то произошло. Возможно, он попал в аварию или что-то еще. Я сейчас не говорю о трансцендентном, я говорю сейчас о том, что в материальном мире, даже в материальном мире, ваша любовь заставляет вас переживать. Как пишет Калидас, облака посылают. То есть одного человека, из-за того, что он не исполнял свои обязанности, он был изгнан якшей, и ночью он рыдал в изгнании, как сумасшедший он говорил. Сердце его было полно боли. Иногда он разговаривал с луной, иногда с облаками. То есть он страдал в разлуке со своей возлюбленной, и оба они хотели встретиться друг с другом, но не было ни малейшей возможности для этого. Тем не менее, они не могли контролировать свой ум, ум может отправиться куда угодно, ему не нужно ни паспорта, ни визы. Поэтому они... размышляли, что сегодня полнолуние, и вот этот человек смотрел на Луну и думал, сегодня я... как сейчас я смотрю на Луну, и в этот самый момент наверняка моя возлюбленная тоже смотрит на эту Луну. И таким образом осуществлялась их встреча в уме. И когда прямо их достигала пика, они теряли всякое терпение и говорили облакам: «Пожалуйста, облака, пошлите наше послание, пошлите наше сообщение». То есть этот человек просил облака, чтобы те передали его послание его возлюбленной. То есть
И это история из материального мира. То есть даже в материальном мире любовь заставляет действовать людей странным способом. То есть имеется в виду, что обычные люди не могут понять поведение, поведение влюбленных людей. И так гопи начинают переживать, что Кришна сейчас, возможно, он столкнулся с какими-то проблемами. И во Вриндаване нет никакой боли, и поэтому это невозможно. Но гопи переживает, что с ним что-то не так, что, возможно, он поранит свои ноги. Наверняка Кришне сейчас больно, и из-за этого они начинают плакать. Кришна, как ты сейчас идешь по темному лесу, и мы виноваты в этом, что ты покинул. Возможно, мы виноваты. Твои мягкие стопы, они настолько мягки, мы не можем сравнить их даже с маслом. И так ты и своими мягкими стопами идешь по ночному лесу. Это мы виноваты, возможно. When you think that you are traveling with this soft leg in this, is it, in this, you know, Vrindavan forest, tena tavim atasi tad vetatena, how much pain you are feeling, we are going to feel from our heart that you must be feeling very, very painful. Мы чувствуем нашими сердцами, что сейчас тебе очень больно. И из этого мы сами страдаем. То есть мы очень переживаем об этом. То есть, когда ты ставишь свои мягкие стопы на нашу грудь, нам кажется, что все равно тебе больно, потому что стопы твои необычайно мягкие, нежные. И вот этими стопами сейчас ты идешь по ночному лесу. Наверняка сейчас тебе очень больно. В своих комментариях Бхактивинода Тхакур пишет, что в сердцах гопи нет никакой камы. Никакого желания собственного удовлетворения. Все их умы, их тела посвящены. То есть они жаждут лишь доставить полное удовлетворение Шри Кришне. Когда они встречаются с Шри Кришной, это происходит не для того, чтобы удовлетворить себя. Сейчас я могу объяснить следующие две шлоки. I can come to this point, but first I'd like to discuss this point.
мы видим, что гопи одеваются, наряжаются, украшают себя. Но для чего это происходит? Для чего они делают это? Махапрабху объясняет, что не для своего собственного удовлетворения. Они говорят: «Кришне, ты наше сердце, Дживана Сваруп, а также душа. Если тебе больно, мы также испытываем боль. Любая боль, которую ты испытываешь, наказание для нас. Потому что ты наша душа и сердце. Мы не знаем ничего помимо тебя». Когда Кришна ушел с Расастхали, Кришна Вираха, боль, разлуки. Из-за этого гопи стали наполовину мертвыми. Вот-вот они были готовы оставить свои тела, потому что они лишились Кришна Севы. Они лишились возможности служить Шри Кришне. Поэтому они испытывают эти глубочайшие чувства разлуки, глубочайшую боль от разлуки. В Шри Чайтанья Чаритамрите сказано. Радхарани говорит, произносит эту шлоку. Мы не переживаем о боли, которую мы испытываем. Мы лишь думаем о удовлетворении Шри Кришны. Когда Радхарани прогоняет Кришну, говорит: «Выведите его из моей кунджи». Это также вопрос служения, то есть это делается как служение. Когда, в конце концов, Радхарани говорит Кришне, говорит гопи: «Прогоните его из Кришны, прогоните его из кунджи, я не хочу больше видеть его лица». Но все это делается для полного удовлетворения Шри Кришны, лишь для этого, потому что Радхарани, она говорит Кришне: «Зачем ты ходил в то место? Всю ночь тебе было больно от этого. От этого я испытываю двойную боль». То есть в сотни раз я знаю, что тебе больно, ты не удовлетворен, и поэтому я сама испытываю глубокую боль. Глубокую боль разлуки. Но я хочу спросить тебя, что ты получил там? Ты обрел лишь боль из-за того, что ты туда пошел, и я переживаю боль в стократно раз больше. Эту шлоку я хочу обсудить вновь, потому что гопи задают особые вопросы к Кришне. Внешне кажется, что Кришна очень недобр, что он злой, но гопи задают вопросы, а Кришна отвечает, и если разобраться в этом, то положение дел не таково, как кажется.
Почему я был вынужден уйти от вас? Я могу сказать об этом в двух строках. Единственная причина этому, что я хотел видеть вашу эксклюзивную, твою эксклюзивную бхаву, твои уникальные чувства, как ты, насколько сильно ты любишь меня, для того, чтобы увидеть это. Я покинул Расалилу. На самом деле, Кришна говорит это всем гопи. Я покинул Расалилу для того, чтобы увидеть вашу любовь ко мне. И поэтому не злитесь на меня. В Шримад-Бхагаватам-гите все вы знаете, что сказано. Это шлока. Вы все знаете эту шлоку. Это наставление, которое дает Кришна в Гите. Я постоянно готов отплатить тем, кто совершает служение мне. Но во Вриндаване это не работает. Поэтому Кришна был вынужден сказать то, что он сказал. Если бы жизнь моя была такой же длинной, как жизнь полубогов, сам Кришна говорит это, долгая-долгая жизнь, если бы была у меня, все равно бы я не смог отплатить тому служению, которое вы совершаете, оказываете мне. Потому что вы бросаете вызов всему, что происходит в моей жизни, наверное. Вы любым препятствием вы бросаете вызов. Гопи готовы преодолеть все. В материальном мире мы видим, что если мать или отец, муж, какие-то наши друзья умирают, мы горько плачем от этого. Если мы испытываем любовь к ним, то есть мы видим, что мир стал полным тьмы после смерти наших близких. Но Махапрабху выражает настроение Вирахи по отношению к Кришне. Можем ли мы представить такую разлуку? Единственное существующее — это Кришна. Все остальное принесет лишь ощущение двойственности. Единственная уникальная, трансцендентная, уникальная, совершенная вещь лишь Кришна уникален, совершенен. Все остальное лишь мешает нам сконцентрироваться на лотосных стопах Шри Гуру и Бхагавана. Когда же вы сконцентрируетесь, вы почувствуете, что вы обретаете бесконечную энергию, потому что Гуру и Вайшнавы обеспечат вас этим. Вы даже не можете представить, сколько энергии может прийти от них, сколько энергии может даровать Прабхупада. Но для этого нам необходимо
отдать все, что у нас есть Кришне, полностью, без остатка. В таком случае встает вопрос о Рупануга, Рагануга, Баджане, то есть встает вопрос, то есть мы сможем совершать Рупануга, Рагануга, Баджан, но не ранее, чем это произойдет. Все вы должны быть счастливы, довольны своей славой. Это ваша высота, возвышенность. Потому что мне нечем отплатить вам. Что поделать? До определенного момента Кришна может отплатить на служение. Но есть такой переломный момент, когда он уже не может отплатить. И во Вриндаване это достигает своей экстремальной точки, своего пика. Кришна не может отплатить в Раджавасе. Если кто-то задастся вопросом, если все это действительно так, почему же мы видим, что гопи так тщательно украшают себя, свои тела, свои лица, умощают себя цветами, носят серьги в читании Чаритамрите? Предусмотрено, что этот вопрос может возникнуть, и поэтому Кришнадас Кавираж Госвами описывает чувства Махапрабху. Да, это действительно так. Мы видим, что гопи украшают себя. Но если мы посмотрим, посерьезнее, разве они заботятся о своем теле? То есть Кришна в Читане Чаритамрите есть ответ на этот вопрос, который развеивает подобные сомнения. Если мы видим, что гопи хоть как-то, то есть заботятся о своем теле, будьте уверены, что это лишь для удовлетворения Шри Кришны. Действительно, правда? Да, но вы не можете понять этого, потому что вы пытаетесь понять это с помощью материального разума. Наши тела мы должны предложить Кришне, потому что тело наше — собственность Кришны. То же самое говорит Махапрабху Санатани Госвами. Санатан. Ты решил покончить жизнь самоубийством, броситься под колесницу Джаганната, но разве это твое тело? Разве оно принадлежит тебе? Ты же уже предался мне, а ты, Харидас, ты думаешь, если я вручил кому-то свою собственность, как я могу тратить то, что я уже отдал? И Харидас Такур отвечает, конечно, это невозможно. То есть, если ты кому-то что-то отдал, тот новый владелец имеет право распоряжаться этим, но никак не мы. И тогда Санатана Госвами, то есть Махапрабху говорит, твое тело — мое тело сейчас. Я хочу задействовать его в служении Шри Кришне. Кто же ты такой? То есть, как ты можешь броситься, как ты можешь лишить себя жизни? Покончить жизнь самоубийством. Разве это хорошо? Нет, нет, это нехорошо. Таким образом, попытайтесь понять этот пример.
Гопи выражают предание. Гопи предались Кришне. И они являются слугами, которым невозможно восплатить за их служение. То же самое говорит Махапрабху. Махапрабху говорит о своих чувствах. Без Махапрабху мы не можем сдвинуться ни на сантиметр, ни на миллиметр. Мы постоянно должны быть сконцентрированы на тех чувствах, которые испытывает Махапрабху, которые описаны в Чайтанья-чаритамрите, наверное, быть сконцентрированными на его лилах. Без премданы, без премы, я очень беден, и жизнь моя бессмысленна. Жизнь моя бессмысленна, потому что у меня нет премы, премданы. И тело мое также бесполезно. Я бедняк. Я молюсь лотосным стопам Прабху. О, сделай меня дасом или даси, и даруй мне прямо дан. Такова зарплата. И гопи в Гопи-гите говорят: мы твои неоплатные слуги. Вы можете помнить утверждение Гопи. Мы готовы отдать свое тело, свой ум тебе. Это твоя собственность. Теперь это твоя собственность. Все мы можем служить тебе постоянно. У нас нет других обязанностей. Будь уверен, мы предложили наши тела, наш ум, и нет ничего, у нас не осталось ничего. Все полностью мы отдали тебе. И гопи говорят: нам не нужно платить, потому что твоя улыбка, твой взгляд, все, что ты даруешь нам таким образом, это такая зарплата, имеется в виду такая плата, которую мы не можем даже ожидать. Если ты любишь нас, если ты смотришь на нас, бросаешь на нас свои взгляды, мы не можем отплатить тебе за это. А Кришна отвечает в ответ: я не могу отплатить вам. Таким образом, они испытывают одинаковые чувства. И гопи говорят, что это более чем достаточно, когда ты смотришь на нас, когда улыбаешься нам, когда говоришь что-то. Твоя любовь уникальна. Бесконечные миры. То есть она несравненна, твоя любовь. И потому что мы наслаждаемся этим, мы говорим тебе, что нам не нужно ничего платить. Мы уже обрели свою плату, твою плату, свою зарплату, свою награду. И это зовется чистой любовью. Абсолютно чистой любовью. Если в один день по милости Шрилы Прабхупады Бхактивинода Тхакура то есть все, что мы должны делать, это совершать Кришна-бхаджан. Не теряйте свое время, как глупцы. Жизнь уходит в бесконечность. Уже бесконечное количество жизней прошло, потрачено, и только лишь это рождение. В этом рождении вы обрели уникальный шанс. И сейчас вы пренебрегаете служением. Вы не совершаете служение.
И как это возможно? Если служение является моим сердцем и душой, то как же я могу избегать его? В читании Чаритамрити сказано, настроение гопи таково, что я предлагаю свое тело Кришне. То есть теперь мое тело — собственность Кришны. Он может обнять меня и поцеловать, а может прогнать. Все это едино для меня. Я не вижу никаких недостатков в нем, потому что у меня нет никаких ожиданий. Кришна может причинить мне боль, а может играть со мной. Что бы там ни было, что бы он ни делал, у меня нет возражений, потому что он мой прананадх, моя жизнь и душа. Как особая птица, чатака, она очень маленькая. Ее санскритское название чатака. Она очень маленькая. И она пьет лишь чистую воду с неба. Капли, чистые капли дождя, наверное. И она постоянно в поисках этой чистой воды. Но вокруг столько воды, но она не пьет ничего, кроме этой чистой воды, капли чистой воды с неба. Если бы Кришна был безжалостен, как бы и не давал ей ни капли воды, как бы она смогла выжить? То есть Кришна обеспечивает даже для нее эту чистую воду. Поэтому мы не можем сказать, что Кришна не милостив, что он недобр. Если вообще милость в этом существует милость, то она присуща Кришне. Кришна дарует прему даже растениям Вриндавана. Кто бы стал распространять прему без Кришны, которая. Према, которая редка для Брамы и так далее. Но все растения Браджа обладают премой благодаря Кришне. Как же мы можем говорить, что он не милостив, что у него нет вайраги, что он эгоистичен? Иногда Радхарани говорит, что это лишь выражение любви. Проявление любви. Не так, что Радхарани выискивает какие-то ошибки. По милости Кришны, кристальная вода эта птичка получает кристально чистую воду, и она не пьет ничего, кроме нее. Если облака не дадут ей чистой воды, она умрет. Она умрет, но не будет пить никакой другой воды, ничего, кроме этой чистой воды. Попытайтесь понять этот пример. Если облака не дадут мне ни капли воды, хорошо, я умру, но я не буду. То есть, как я не изменю своего мнения, своих устоев, даже несмотря на то, что я могу оставить тело. Лучше я умру, чем буду пить что-то, кроме этой чистой, кристально чистой воды. Попытайтесь понять этот пример и применить его в этом материальном мире.
То есть этот пример из материального мира. Во Вриндаване, во Пракрита Вриндаване вы можете сравнить настроение этой птицы с гопи. Они лучше оставят свое тело, чем... То есть они говорят, что все зависит от Кришны. Он может даровать нам свой даршан, а может нет. Как бы там ни было, мы не изменим своего решения. Такова уникальность настроения гопи, подобно этой птице, которая умрет, но не изменит своего решения без Кришны. Кришна — моя жизнь и душа. Как же я могу оставить его? Если я оставлю, я немедленно умру. В Лагу Бхагаватамрите, в Уттараканде, в Адипуране, мы очень удачливы, потому что в конце концов семь госвами, включая Бхактивинода Такура, даровали нам богатство, огромное богатство. И это принадлежит только нашей сампрадае, и мы все, что от нас зависит, то есть все, что нам нужно, лишь следовать им и обрести те сокровища, которые ждут нас. Мы кандидаты, которые могут обрести его, которые могут получить это уникальное богатство. Оно ждет нас. Наша Гуруварга настолько милостива, что за бесконечной жизни я не смогу отплатить им. Гурупад Падма, Шидар Госвами Махарадж, Бхакти Праган Кешава Госвами Махарадж, они настолько милостивы, что у меня нет возможности отплатить, наверное, им. Они ждут, постоянно ждут, когда они смогут помочь мне. Таково настроение гопи. Расалила — это не шутки. Это очень серьезно. Нам должно быть стыдно, мы должны стесняться говорить о Расалиле, потому что обычные люди не смогут ее понять и из-за этого отправятся в ад. В Лагу Бхагаватамрите, Уттараканде, Адипуран не сказано. Кришна говорит Арджуне, наедине никого больше нет, только лишь своему близкому другу Арджуне Кришна говорит. Попытайтесь понять это. Поклоняться мне. То есть люди поклоняются мне с цветами и листочками, туласи, наверное, но то есть люди собирают цветы, чтобы поклоняться мне, но гопи, они служат мне своими телами, даже своими телами. Мы знаем, что Кришна Атмарама. То есть он обладает уникальной привлекательностью.
Но какой же уникальность, какой же привлекательность обладает гопи, что сам Кришна испытывает влечение к ним? Поэтому в шастрах сказано: когда Радхарани с левой стороны Кришны, мы можем назвать его Мадан Моханом. В противном случае, если Радхарани нет, он сражен Апракрита Премой, Апракрита Камой. Когда мы видим, что Кришна с Радхарани, он Мадан Мохан в полной своей красе. В противном случае он может быть объектом привлечения целого мира. Тем не менее, мы не можем назвать его вот таким именем, Мадан Моханом, потому что он, или он, наверное, не находится под влиянием Апракрита Камы. Джайдев Госвами пишет: яд Камы сражает меня. О, Радхарани, помести свои лотосные стопы на мою голову. Мы не можем понять это настроение. Как мы можем? Разве это возможно для нас? Также вы не можете понять, когда Радхарани начинает говорить о совершенстве Шьяманама, Шьямнама. Кришна помещает меня в боль разлуки с ним. Кришны нет, но имя его присутствует, Шьямсундар. Поэтому только благодаря этому я живу, до сих пор живу. Бхактивинода Тхакур пишет в Ямкиртане. Об этом. Кришна сам говорит: о Партха, можешь ли ты найти нечто подобное в этом материальном мире? Такой же пример любви, как испытывает гопи. Как Нарисимха Дев говорит о Прахладе Махараджа: если кто-то спросит меня, Прабху, представь какой-нибудь пример твоего преданного, и тогда Нарисимха Дев отвечает: если кто-то хочет увидеть моего преданного, образец моего преданного, я покажу вам своего Прахлад. И Кришна сейчас говорит: о Партха, можешь ли ты показать образец моего преданного? Любовь гопи То есть я постоянно должен гопи, потому что их любовь несравненна. В долгу перед гопи. Это уникальная према. Настолько редка, что я не могу привести примера этому, не могу сравнить ни с чем. Потому что любовь их беспрецедентна. Поэтому я могу сравнить их любовь только с их любовью. Они предложили свои тела для служения мне. Итак, когда такой према бхаджан, такая любовь, то есть я не могу описать такую любовь, их любовь. Также Кришнадас Кавираджа Госвами
говорит. Он говорит еще об одной уникальной бхаве гопи. Природа гопи-бхавы за пределами нашего человеческого сознания. Никто не может понять этого. Никто не может понять их бхаву. Это за пределами человеческого разума. Когда Кришна, когда гопи смотрят на Кришну, они не думают, что мы пытаемся оценить, насколько прекрасен Кришна. То есть Гопал постоянно хочет обучить нас, но он не может, потому что мы не справляемся. Проваливаем наш экзамен. Прабхупад со слезами на глазах говорил в Бхаг-базаре, что всегда пытайтесь думать о том, что Кришна — объект зрения Кришны. То есть Кришна должен смотреть на нас. Если же мы пытаемся смотреть на Кришну, мы смотрим на него оценочными глазами, то есть мы смотрим на него, черный он или белый, высокий или нет. То есть таким образом мы пытаемся оценивать его. Как как некоторые люди, наверное, только лишь притворяются преданными Кришны. Они украшают свои дома картинами Шри Кришны, но по утрам пьют чай и смотрят на эти картины с Кришной, и таким образом Кришна становится объектом их наслаждения. Порой они совершают киртаны, то есть продажные киртаны, и пьют они чай и кофе, смотря на эти картинки. И таким образом Кришна — объект их наслаждения. Но даршан Гауди не таков. Мы не пытаемся оценивать гуру вайшнавов и Бхагавана. Наше поведение должно быть смиренным. То есть мы должны быть... Мы часто повторяем Тринада Писаньщина смиреннее, чем травинка, но сложно этому следовать. Если у меня хоть одного человека в целом мире покажете, который следует этому, я буду очень доволен, очень счастлив. Говорить это хорошо. Все мне будут хлопать на Харикатхе, но то есть я не ожидаю, что мне начнут аплодировать. Я лишь думаю, то есть я ожидаю, что все покинут мою Харикатху, потому что то, что я говорю, это очень возвышенно, и обычные люди не могут этого понять чаще всего. Моя харикатха не для того, чтобы давать вам наслаждение, какая замечательная харикатха. Скажете вы так или нет, зависит от вас, и я не переживаю об этом, потому что я лишь выполняю свое служение, я исполняю свои обязанности. Как Вани Севак, Гуру Варги, я совершаю свое служение. И моя харикатха — это служение им. Это не инструмент для зарабатывания денег. Итак, Кришнадас Кавираж Госвами говорит, настроение гопи уникально, оно за пределами человеческих осознаний. Когда гопи смотрят на Кришну, они не ищут самоудовлетворение, думая, что то, о, Кришна сегодня так красиво одет, вот у него такое перо сегодня, цветами украшен. Они не думают так, когда они смотрят на Кришну. Они не пытаются удовлетворить свои глаза. Они лишь испытывают счастье, потому что Кришна счастлив, глядя на них.
Если Кришна испытывает однопроцентное счастье, гопи испытывают в сотни тысяч раз большее счастье. Когда Кришна смотрит на гопи и наслаждается, когда он испытывает любовь к ним, их настроение также подпрыгивает. Гопи испытывают в сотни раз больше чувства и переживания, чем Шри Кришна. У них нет никаких корыстных желаний. Тем не менее, их наслаждение только лишь возрастает. Как же это возможно? Когда мы хотим каких-то наслаждений, у нас появляется... То есть это и есть корыстное желание. Но почему же они испытывают счастье, хотя у них нет никакого желания корыстно наслаждаться? Какое-то противоречие в этом. Но Кришнадас Кавираджа Госвами объясняет. Счастье их, тем не менее, возрастает, их трансцендентное счастье возрастает. Но как же примирить эти два противоположных фактора? Кришнадас Кавираджа Госвами дает ответ, потому что он Гора Паршад, Кастури Манджари в то же самое время. Она Радхарани, она Приянарма Сакхи, Шримати Радхарани, поэтому для нее возможно рассказывать, она может рассказывать о прямых, свои прямые осознания. Если мы видим сейчас в настоящий момент противоречие в этом, что ну, якобы такое невозможно, Кришнадас Кавираджа Госвами дает ответ. Да, определенно в этом есть противоречие, но я могу разрешить его следующим путем. Этой шлокой. Они испытывают, чем больше они испытывают счастье, тем больше Кришна испытывает счастье. И это ответ на сомнение. Их счастье возможно лишь... То есть они счастливы только лишь потому, что Кришна счастлив. Они, видя счастье Шри Кришны, в сотни раз становятся счастливее. Таков ответ Кришнадас Кавираджа Госвами. То есть этот противоречивый момент разрешается этой сиддхантой. Потому что счастье гопи зависит от счастья Кришны. Чем счастливее Кришна, тем счастливее гопи, в сотни раз счастливее, чем Кришна. Но их корыстные, никакие их личностные интересы не включены в это. То есть имеется в виду, они не существуют. Все лишь зависит от Шри Кришны. Видя гопи, Кришна становится полон наслаждений. Или гопи полны наслаждения, и в их сердцах сияет Кришна. Таким образом, постоянное бесконечное соревнование происходит. Гопи испытывают счастье
То есть вот такое бесконечное соревнование происходит постоянно. Гопи говорят, что глядя на меня, гопи испытывает экстаз. И глядя на гопи, Кришна, счастье Кришны возрастает. И Бхактивинода Тхакур и Прабхупад дают свои комментарии на это. Видя прекрасные гопи, их прекрасные тела, они подобны цветам. Которые в полном расцвете, наверное. Счастье Кришны возрастает. И красота гопи также возрастает. И так бесконечное соревнование, между соперничество между ними происходит. Это бесконечно. Таким образом, их любовные взаимоотношения развиваются больше и больше. То есть они возрастают до бесконечности. Не может быть остановки. То есть это безостановочно. Когда красота гопи возрастает, когда счастье гопи возрастает, и счастье Кришны возрастает, и наоборот. Все, что делает гопи для того, чтобы удовлетворить Шри Кришну. Они удовлетворены, когда Кришна удовлетворен. А Кришна удовлетворен, наверное, когда гопи. Поэтому гопи према. Безупречно, нет никакой камы. Она безупречна. Черты гопи прекрасны. Но если мы воспринимаем это грязным путем, так что Кришна якобы чувствует каму, глядя на прелесть гопи, мы можем думать все, что нам хочется. Но если мы принимаем точку зрения на вайшнавов, наше видение будет совершенным. Прекрасные черты гопи, разве гопи полны камы также? Что же? Кришнадас Кавираджа Госвами объясняет, что гопи Свабхава дарует прему Кришне. Бхактивинода Тхакур пишет, гопи Свабхава означает гопи према. В противном случае, если мы будем думать о прекрасных, завораживающих формах женщин, это будет неправильным. То есть, когда Кришне было всего лишь 3 месяца от роду, пришла Путана в форме прекраснейшей девушки. Она была настолько прекрасна, что даже Ешода, мама Рахини, они поразились ее красоте. Несмотря на то, что они личные спутники Кришны, тем не менее, под влиянием йога-майи они были ошеломлены. Мы никогда прежде не видели такой красоты. Подобно Лакшми, как Лакшми снизошла с Вайкунтхи.
Как это возможно, что эта девушка настолько прекрасна? А трехмесячный Кришна закрыл свои глаза. Попытайтесь понять то, о чем я хочу сказать. Если бы Кришна хотел наслаждаться прекрасными формами женщин, девушек, эта путана была обладала совершенной красотой, но почему же Гопал не захотел посмотреть на нее, не захотел видеть эту красоту этой ракшаси? Он лишь закрыл глаза немедленно. Она была настолько прекрасна, как Лакшми с райских планет, но Гопал сразу же закрыл глаза, он не хотел смотреть на нее. Он очень разумный. Итак, попытайтесь обдумать это. Мы хотим понять этот момент под руководством Шрилы Прабхупады. Мы хотим стать пылинками на стопах Шрилы Рупа Госвами Пада. Прекрасное... То есть тело, прекрасное тело Рупа Госвами Пада, это тело, подобное, наверное, служение, форма служения, воплощение служения. И Рупа Госвами Пад может сделать из нас таких севаков, чтобы Кришна почувствовал влечение к нам. Почему мы хотим стать слугами Рупа Манджари? Потому что мы хотим также обрести подобное тело, подобную форму для служения. Не какие-то материальные идеи, что у нас будет красивое тело, и Кришна будет испытывать влечение к нам. То есть имеется в виду, что Он будет хотеть наслаждаться нашим телом. Это материальное настроение. Блудницы, они тоже очень красивые. Зачем же? То есть мы не должны стремиться обрести прекрасное тело. Мы должны постоянно находиться под руководством Гуру Варги и не делать никаких собственных измышлений. В противном случае мы лишим себя благ. Почему это происходит? Только лишь... Ну, мы не можем никого в такой ситуации винить. Это происходит лишь по нашей собственной ошибке. Мы сами хотим себя обмануть. То есть это естественная тенденция к самообману у джив. Это находится в сердцах всех джив. Некоторые слушают Харикатху для того, чтобы выискивать какие-то моменты, из-за которых можно со мной спорить. Если вы будете слушать Харикатху с полной верой, вы обретете полное удовлетворение и сможете понять Харикатху, понять эти темы. Но если вы с подозрением слушаете, чтобы выискать какие-то моменты, Харикатха и Хари не отличное. Поэтому Хари может в таком случае обмануть вас. Если вы будете слушать в таком настроении, вы будете обмануты Кришна Майей. Поэтому не обманывайте себя с полной верой, с полной искренностью. Попытайтесь следовать, попытайтесь слушать. Если вы потратите эту жизнь, никто не знает, когда у нас возникнет подобный шанс. То есть у нас есть эта жизнь. Возможно, сейчас я не годен, я недостоин, но у меня есть Прабхупад, есть Бхактивинода Такур, и вся наша Гуру Варга, Шридхар Госвами Пад, Шридхар Госвами Махарадж и так далее.
Кто, если я искренен, кто сможет обмануть меня? Единственная проблема, что я хочу обмануть себя, поэтому я обманут. Иногда из-за аппаратх мы теряем энтузиазм, энергию к совершению служения. У нас больше нет совершать служения, и мы думаем, в чем же проблема, почему у меня нет вдохновения совершать служение. Мы должны проанализировать ситуацию, почему это произошло. И когда мы отыщем причину, мы раскаемся, наверное, в этом, то в конце концов мы опять обретем энтузиазм. Потому что единственный выход — это служение. Все служение важно, но Вани Сева особенно важно, потому что с помощью него вы обретете стопроцентную возможность удовлетворить нашу Гуру Варгу и Верховного Господа. Прабхупад вновь и вновь говорит об этом. Никто не хочет слушать абсолютную истину, тем не менее, с корзиной истины на голове мы должны ходить от двери к двери и пытаться и просить принять эту истину. Личность ждет этой истины, кто может знать? Мы не можем сказать, что также в мире нет саду, потому что Джаганнат. То есть это майявадские заключения. Что никого тут нет, к кому обращаться, кто нам поможет? Никого нет. Это майявадские настроения. Джаганнат контролирует бесконечные миры, повелевает бесконечными мирами. Так что же он не может, у него нет достаточной силы, достаточного могущества привести сюда саду? Разве он бессилен, немощен? Мы говорим о Бхакта Джаганнате, не о Майяваде Джаганнате, на котором медитирует Майявади. Джаганнат — мое сердце и душа. Когда это настроение проникнет в наше сердце, мы обретем уникальное чувство Паракия Бхавы. Тем не менее, это равняется незнанию, полному незнанию, потому что они лишь думают, что мы любим Кришну, и Он наш единственный герой. Он единственное, что есть в нашей жизни. Единственное, к чему мы стремимся в этой жизни, и нет ничего, кроме Него. Попытайтесь понять это. Если вы осознаете это, я уверен, что вы получите позитивные чувства, если вы искренне, я гарантирую вам, если вы заинтересованы в том, чтобы анардхи из вашего сердца ушли, я гарантирую вам, что вы получите осознание. Джасануруга лалита смита балгу мантру лилавалока парирамбанарасагоштхам Нитасмо на кхномибо кханада бинатам гоппохо катамну атитарима тамо дурантам ванчакалпатурусики пасинд бабичо патитанан паване бабична бьорнуму